Йоркширский терьер – это декоративная собачка, которая славится главным образом своей густой и длинной шерстью, схожей с человеческими волосами. Это энергичная, темпераментная и властная, но в то же время ласковая собака. Породы относятся к декоративным. Целью выведения породы была охота на мелких грызунов. Оптимальный рост в холке 15-17 см, по стандартам не ограничен. Вес 2-3,5 кг, продолжительность жизни 14-16 лет. У собак гармоничное телосложение, компактный коренастый корпус, прямая спина, прямые конечности, круглые лапы, голова пропорциональна телу, морда не длинная, прикус ножницеобразный, глаза среднего размера, темные, с темной окантовкой, уши стоячие маленькие, треугольные формы, хвост купируется или остается в естественном виде, держится чуть выше уровня спины, покрыт шерстью. Собака не вызывает аллергии и имеет слабое слюноотделение. Это любознательные, подвижные, доброжелательные собаки, которые преданы своему хозяину и всегда заступятся за него в случае опасности. Кроме того, йорки прекрасно чувствуют настроение человека и всегда готовы под него подстроиться. Они обожают общаться с хозяином, играть в веселые игры и находиться в центре внимания всей семьи. Не стоит забывать, что в его душе живет настоящий охотник. За неугомонным любопытным питомцем нужен глаз да глаз. Без последовательного воспитания забавной непоседы не обойтись. Йоркширские терьеры являются отличными сторожевыми собаками. Так как йоркширские терьеры очень маленькие, им не нужно много места для упражнений. Соответственно, они могут стать отличными собаками для городской квартиры, но они также очень любят гулять вне дома. Йоркширские терьеры практически не линяют, но требуется регулярный уход за их шерстью, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Если собак подстригают, необходимо расчесывать шерсть как минимум еженедельно. Если шерсть оставляют длинной, требуется значительное время для ухода за шерстью. Кроме того, время от времени также необходимо профессиональный триминг. Данная порода чувствительна к холоду и склонна к простуде, поэтому йоркширских терьеров нужно защищать от плохой погоды. Порода подойдет активным людям. Йорк крайне любознателен и любопытен. Одиноким людям йоркширский терьер не заставит вас скучать и скрасит одиночество. Семьям с маленьким ребенком, многодетным семьям и семьям с многочисленным составом. Собака любит внимание и присутствие людей. Ей постоянно необходимо контролировать, что происходит, проверять звуки и знать, кто и где находится и что делает. Людям, любящим собачьи стрижки и аксессуары, аллергикам, людям, любящим чистоту и порядок, йоркширский терьер практически не линяет, а воспитанная и приученная к лотку или улице собака остается крайне чистоплотной. При выборе щенка уделите внимание следующим аспектам. Йорк должен быть активным, крепким, подвижным и общительным. Он не должен бояться людей и других щенков из помета. Шерсть должна быть чистой и блестящей. Окончательный окрас собака примет только к году. У здорового щенка йоркширского терьера должны быть ясные глаза, чистый нос и чистые уши. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой йоркширский терьер и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео.